Родная моя, я хочу сказать тебе, знаешь, Саня, я думаю, мы проживем нашу жизнь не так, как все, а совершенно иначе. Мы будем двигать нашу науку и превратим всю землю в рай. Нашу жалкую, ивовую, да осиновую Россию мы превратим в сад, такой прекрасный, какой никогда не снился человечеству. На 95-м году ушла из жизни советская и российская балерина, актриса, театральный деятель и балетный критик Наталья Садовская. Она родилась 25 ноября 1928 года в Москве. Из знаменитой актерской династии Садовских. В возрасте одного года дебютировала в кино, появилась в фильме 1929 года «Приключения Аришки». Будучи ребенком, продолжила сниматься, сыграла в картинах 1930-х годов «Рваные башмаки», «Зори Парижа», «Борьба продолжается», «Весенний поток». В конце 1940-х появилась в фильмах «Мичурин» и «Сельская учительница». Затем сосредоточилась на балетной карьере. Окончила Московское хореографическое училище. В 1947-1968 годах артистка балета Большого театра. Преподавала историю театра в школе Лавровского и Институте русского театра. В 2002 году получила звание лауреата премии журнала «Балет. Душа танца» в номинации «Рыцарь балета».